Церковь зачатия Анны. Церковь зачатия Анны, что в углу, одна из старейших московских приходских церквей, расположенная в Зарядье на пересечении Китай-Городского проезда и Москворецкой набережной. Впервые церковь упоминается в летописи в связи с пожаром 1493 года, когда деревянный храм сгорел полностью. Точная дата появления на месте деревянной церкви каменной неизвестна. Обновление храма происходило в XVIII веке на средства купчихи Замятиной и в XIX веке. В 1920-х годах храм был закрыт, но оставался под охраной государства как памятник истории. Затем в здании располагались конторские и туристические учреждения. Убранство внутренней части храма было безвозвратно утрачено. В 1994 году храм был возвращен Русской Православной Церкви и освящен в том же году. Из-за сноса гостиницы «Россия», строительства парка «Зарядье», богослужения в храме временно не проводятся.